Всем привет! Сегодняшнее видео я хочу начать с кожи. В общем, вчера с Алиэкспресс пришла посылочка и прислали, в общем, моему сыну кожу. Значит, толщина это 1,5 миллиметра этой кожи. Вот такая вот кожа. Это свиная, да? Или какая-то мне написана? В общем, ну, вот такая толстая кожа. Он, значит, уже вырезал заготовки. Вот такие вот они у него получились. Вот линеечки. Он тоже выписывал на Алиэкспресс. Вот эта линеечка. Потом вот этот ножик. Вот это все выписано с Алиэкспресс. Вот. В общем. И это как называется? Чертеж и чертежи он, значит, это нашел. Сам вот. Чертил, да. А, ты сам чертил? Я просто образно посмотрел. А, он посмотрел в интернете, какие там, значит, бумажники. И вот это он сам начертил в программе. Ой, какой молодец. Я даже не знаю, я думала, ты просто распечатал и все, как я делаю. В общем, вот так вот он все сам чертил. В общем, как ему надо, как он хочет. Вот. И, значит, еще хочу показать инструменты. Это парафин. И вот такие, это вот, чтобы делать дырочки. Вот такой инструмент. Он все выписывал на Алиэкспресс. Вот еще что-то такое. Я не знаю, как это называется. Вот. В общем, это все инструменты для кожи, для работы с кожей. Ну вот сегодня мы занимаемся вот такими важными делами. Вот это тоже он на Алиэкспресс выписывал. А это для чего? Это рубанок. А, рубанок. Это для кожи, не, это не для кожи? Нет. Ой, это рубанок, оказывается, для его кораблей. А вот. Я, значит, сегодня решила сделать слойки. Мы хотели манты делать, но у нас времени не хватило. Что-то сегодня быстро день прошел. И мы, в общем, в магазине купили тесто. Тесто было вот одна такая и одна вот такая пачка. Вот, ну, в общем, вот у меня тут сало с мясом, лук. Сейчас я раскатаю вот это тесто. И мы уже испекли вот столько, по две мы с дочерью скушали, такие вкусняшки получились, вот такие вот красавицы. Вот, но они у нас вот раскрылись, как цветочки получились, мы плохо залепили, но так очень вкусные прям. Я сходила в магазин, купила, значит, продукты и хочу сделать небольшой обзор. Еле донесла. Вот, в общем, я взяла мандаринчики, красные вот такие яблочки 2 килограмма, взяла бананы, к чаю я взяла вот такие печенюшечки, эклеры маленькие, вот, творог, кефир, 2 пачки, молоко, пачку. Купила кофе маленькую, Якобс Монарх. Взяла, значит, провансаль, майонез с лимонным соком. Вот такой. Взяла сливочное масло, маргарин и муку. В общем, 2 килограмма Макфа. В общем, маргарин, мука на тесто. Хочу сделать сам суп. В общем, взяла на суп паутинку. Взяла вот такую пасту, хочу потом в духовке сделать с мясом, попробовать. Вот, и 2 хлеба. В общем, у меня все вот эти покупочки обошлись 1500. В общем, там сдача 30 рублей мне дали, и все. В общем, вот так вот я отоварилась сегодня. Я, значит, обрезала ребрышки. Вот, вот такое жирное мясо на ребрах. В общем, и я решила сделать самсу. В общем, у меня сын захотел самсу. Вот, и, в общем, вот так я режу кубиками. Вот, и, в общем, сейчас хожу в магазин. У меня закончилась мука и нет дома маргарина. Я буду делать тесто быстрого приготовления, слоеное тесто быстрого приготовления. Вот такое вот жирное мясо.
А здесь у меня кипят вот самые эти ребрышки, которые я обрезала. Сварю какой-нибудь жиденький супчик. Такой вкусный супчик у меня получился. Мы уже его почти съели. Тут немножко осталось на дне. Получился у меня очень вкусный. И я еще варю картошку. Вечером еще селедка у нас будет. В общем, кто проголодается, еще будет селедка с картошкой.